Еще 4 года тому на этом месте ничего не было. Трехповерховый новенький будинок дитячого сада стал выником решения 4-го Всебелорусского народного схода, который прошел в 2010 году. От делегата из Гомельской области прогучала пропанова об додатковом будовництве дошкольных установ. В тот час особливо актуальным это питание было для жихаров центрального района Гомеля. У тем же годе у микрорайоне Мельников-Луг был закладен первый камень будущей установы. И уже в мае 2012-го дитячий сад отчинил свои двери. На сегодняшний день в микрорайоне работает 4 дошкольных учреждения. В среднем их посещает 1200 детей. Строительство данного дошкольного учреждения позволило более чем 300 ребятишкам этого района посещать дошкольное учреждение возле своего дома. Зараз их выхованием занимаются 74 человеки. Миновито такие кадровый состав установы. Занятки ведутся как непосредственно у группах, так и у специализованных залах, яких тут 10. Особными могут похвалиться далеко не все дитячие сады. Говорка идет про бассейн, покой АБЖ и тренажерную залу. К нам все хотят, потому что это новое современное здание с современным оборудованием, современными технологиями, которыми мы внедряем в свою работу. Поэтому, находясь в нашем учреждении, детям здесь очень комфортно, идут сюда с огромным желанием. На будовництво и наполнение саду в свой час бюджету было выделено 67 миллиардов рублей. Причем до этого по подобным проектам в Украине была узведена только одна дошкольная установа – у Минску. Эта помощь, это очень удобно, конечно, мы живем недалеко, нам удобно. Очень рады, что он здесь появился, близко. Можно с ребенком и на самокате доехать, то есть и пешком. Гэты дитячий сад был открыты 4 года тому, и тады потребы центрального района были цалком задоволены. Однако за апошние годы район значно прирос молодыми семьями, и пытание об необходимости узведения еще одной дошкольной установы знову стал актуальным. Разом с тем администрация района и областное управление эдукации давно начали працавать на перспективу. Уже сегодня вызначена пляцовка для будовництва дитячего садка у 19-м микрорайоне. В соответствии с решением 4-го Всебелорусского народного собрания, каждый год мы практически увеличиваем количество мест в детских дошкольных учреждениях за счет оптимизации. Более 3000 мест по Гомельской области в 2015-16 учебном году были решены за счет именно вот такой работы. В настоящее время заканчивается строительство детского садика на 300 мест в городе Мозыре. Количество свободных мест в области гораздо больше, чем желающих определить детей в детское дошкольное учреждение. Но каждый родитель имеет право выбора, и каждый родитель хотел бы иметь детский сад у себя во дворе, либо в самом ближайшем микрорайоне. Поэтому задача, она поставлена, и я думаю, что она будет решена. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.